Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно я, как всегда, приветствую своих подписчиков. Небольшой эксперимент, пытаюсь записывать на телефон. Видео должно быть достаточно приемлемого качества. Так, пришла ко мне очередная посылка. Пришла она ко мне через почту Лаоса. Вот я, кстати, тут даже заморочился, отклеил наклейку, которая сверху была на посылке. Значит, вот эта наклейка была наклеена продавцом, соответственно, в Китае там или Гонконге. Соответственно, далее посылка добралась до Лаоса, и там на нее наклеили сверху другую наклейку. Лаос, так, вот, ну, соответственно, с моими реквизитами, вот, и уже потом она, соответственно, оттуда добиралась до России. В России ей присвоили другой трек-номер с буковками NA в начале и с буковками RU в конце, и в итоге за 31 день посылка добралась до меня. Обошлась мне посылка вообще в 42 рубля, или меньше доллара. Давайте с вами посмотрим, что у нас в этой посылке внутри и какого качества. Должен быть USB кабель угловой. Ну, пригодится такой коннектор для компьютеров, у которых, так скажем, несколько устройств вы втыкаете в USB порт. Соответственно, если в соседних USB портах компьютера у вас включены какие-нибудь устройства, то вот отвести, так скажем, одно из устройств в бок. Причем есть такой коннектор, который отводит кабель вправо, а есть который влево. Есть, по-моему, вверх, вниз также. Вот, на выбор, кстати, по ссылке можете пройтись, там в лоте есть выбор как раз-таки, в какую сторону это все выводится. Вот, в принципе, недорого, и вот я так смотрю, в принципе, все достаточно приемлемого качества, на мой взгляд. То есть, например, вот у нас USB-порт компьютера, и мы хотим отвести наш USB-порт в бок, вот сюда. Бац, и в него, например, подключать флешку уже, какую-то объемную, массивную. Вот в таком прочтении это все выглядит очень-очень неплохо. Вот. Ну что ж, на этом, пожалуй, стоит заканчивать мое видео. Особенно здесь никаких хитростей нету. Вас я хочу поблагодарить за просмотр видео. В конце, как всегда, напоминаю тем, кто еще не подписался на группу в социальных сетях моего YouTube-канала, сделать это можно по ссылкам в описании. Если вы приобретаете этот товар, либо что-то еще на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую, я рекомендую, ссылка на них будет в описании к видео. А если у вас вдруг появится желание поддержать мой канал, то переходим смело по самой нижней ссылке в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока!